Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Фотия. По церковному календарю православной церкви сегодня чтит память мучеников Фотия и Аникиты, священномученика Александра епископа Куманского, мучеников Памфила и Капитона, священномученика Василия Инфантьева пресвитера, священномучеников Леонида Брюковича, Яна Никольского и Николая Доброумова пресвитера, преподобномучеников Белогорских, Варлама Коноплева, Антония Анакова, Сергия Вершинина, Ильи Попова, Вячеслава Косожилина, Ясопа Сабанцева, Яна Новоселова и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Все твоей память, ушедшим мир иной.